Привет! В эфире телевидение Всероссийского детского центра «Смена» и я, ведущая Виолетта Юшкина. 13 августа Всероссийский детский центр «Смена» отметил День строителя. Для «Смены» этот праздник особенно важен, ведь в нашем центре готовят представителей самых разных профессий. О том, чему научились мальчишки и девчонки, и кто приехал их поздравить, смотрите в нашем сюжете. Праздник крепкого бетона, прочных касок и катка. Сегодня в нашей стране отмечается День строителя. Всероссийский детский центр «Смена» присоединился к этому празднику. На церемонии открытия мальчишки и девчонки узнают об истории появления Дня строителя. Поздравлять представителей этой профессии в нашей стране ежегодно стали с 1956 года. Не только познакомиться, но и почувствовать себя настоящими строителями сменовцы смогли на мастер-классах от педагогов кластера строительства Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего». Это площадка рядом павильон компетенции кровельной работы по металлу. И ребята, вот сейчас наши два юных кровельщика, один из них чемпион России 2017 года Кирилл Горяйнов, они обучают ребят основам изготовления металлической фальцевой черепицы. А это основа для куполов, для коттеджей, для любых памятников. Интересное занятие, и красиво получается, и вечное, ну, долго стоит. Кровельное дело, получается, оно как бы и архитектурное есть там, и там, получается, надо и знать, что, как делать, потому что просто так там не получится. Сегодня для мальчишек и девчонок проходят экскурсии по павильонам профориентационного центра «Парк будущего». Архитектура, инженерный дизайн, фармацевтика – по этим и многим другим профессиям можно получить знания и практические навыки в центре. Обучение проходит на уникальном оборудовании и станках. Прикольная разработка, я думаю, будет улучшаться. Там все, вот эти корпуса, они такие прикольные, там мы были, все красиво, удобно, современно. В праздничный день сменовцы встречаются с почетными гостями. Порассуждать на интеллектуальные темы ребята смен «Город мастеров будущего» и «Junior Skills» смогли на встрече с игроком телевизионного клуба «Что, где, когда», обладателем двух хрустальных сов Алексеем Блиновым. Тема встречи – это вы можете. По словам Алексея Блинова, нет такого вопроса, на который невозможно ответить. Эмоции, ассоциации, впечатления – это база, которая позволяет вам двигаться в определенном, зачастую правильном направлении. Не прячьте свои эмоции. От лекции сразу к практике. Найти правильный ответ на вопросы сменовцы стараются на игре «Что, где, когда», посвященной Дню строителя. Всего 20 вопросов. Все они связаны со строительной сферой. В игре принимает участие 6 команд. На обдумывание вопроса дается минута. В 1958 году в Москве шло активное строительство жилья. В связи с этим в Москве появилось аж 4 улицы с таким названием. Одна из этих улиц упоминается в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Внимание, вопрос. Назовите эти улицы. По результатам игры первое место заняла первая команда. Игра очень понравилась. Мы, конечно, отвечали очень, ну, неправильно, но, в общем, все прошло хорошо. Я хотел бы пожелать, чтобы они были уверены в том, что действительно им по плечу большие задачи, что они найдут решение на многие-многие-многие вопросы, которые есть. И уверенности. Потому что если ты уверен, что ты решишь, ты точно решишь. Если ты уверен, что ты найдешь, ты обязательно найдешь. Как два капитана говорили, бороться, искать, найти и не сдаваться. Смена, замок, дом дружбы. Построить свой собственный дом мальчишки и девчонки смогли во время игры «Фантазийный город». Материалами послужили обыкновенные предметы – скотч, пустые пластиковые бутылки, а фундаментом для каждого дома – картон. Такая идея мне пришла чисто потому, что я люблю заниматься этим делом. Я закончила художественную школу, и мой дипломный проект был связан как раз-таки с созданием таких подобных домиков. Мы делаем маяк. Мне пришла эта идея, ну, мы сидели, и когда пошли на море, я думаю, ну, нам рассказали про этот как бы конкурс, и я говорю, давайте мы сделаем маяк, это как бы море рядом, ну, как бы все. Через полтора часа главная площадь Всероссийского детского центра «Смена» превратилась в маленький городок с яркими и оригинальными домиками. Завершается День строителя праздничным концертом.
каменщики, маляры, крановщики. Каждый лагерь центра творчески представляет на сцене одну из строительных профессий. Принимают участие в концерте и известные творческие коллективы. Шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» из Краснодара. Праздничный день подарил мальчишкам и девчонкам яркие и незабываемые эмоции. Крепкая дружба, несмотря на расстояние в 9 тысяч километров. Смена и Океан – два крупнейших детских центра, регулярно обмениваются опытом. Директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский посетил смену и познакомился с новым профориентационным центром. 7 часов разницы, 9 тысяч километров – это цифры, разделяющие два крупнейших всероссийских детских центра – «Смена» и «Океан». Сегодня смену посетил директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский. Гости встречают руководство смены, а волонтеры Центра добровольчества по традиции посвящают в ряды почетных сменовцев. Проводят гостей через коридор добра и играют в специальную викторину. В один из очень прекрасных детских праздников. 1 июня? Да! Следующая площадка – павильоны Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего», который создан в смене по поручению президента России Владимира Путина. Гостю представляют уникальную учебно-тренировочную площадку, которая включает в себя 6 кластеров – промышленность, строительство, сервисы, дизайн, информационные технологии, транспорт и профессии будущего. В каждом павильоне центра обучение проходит на уникальных станках отечественного производства. Узнаем, что такое система координат, пробуем врезаться в заготовку. И, естественно, по итогу они запускают уже на готовые. Одни из главных качеств оборудования парка будущего – это простота в управлении и безопасность. 90 градусов, чуть больше, чуть больше, чуть больше. И опять ослабляем сильно, передвигаем вот так вот. Архитектор, инженер, лаборант химического анализа. В каждом кластере представлено несколько профессий. Каждую смену на всех направлениях ребята разрабатывают проекты. Сейчас в центре занимаются участники Junior Skills. Уже совсем скоро эти дети будут защищать честь страны на чемпионате мира среди молодых профессионалов в Абу-Даби. Вот она себе, будущее России. Вы победители национального чемпионата? Графический дизайн на национальном чемпионате. По словам Андрея Базилевского, обмен опытом между двумя центрами всероссийского уровня просто необходим. То, что сегодня мы смотрим у смены, парк компетенции, центр профориентации, подготовка, прикосновение к будущей профессии, мы обязательно будем использовать в работе в «Океане». Конечно, не в таком формате, конечно, не в таком профессиональном качестве, как здесь, но это будет обязательно использоваться в работе. Сменовцам Андрей Базилевский пожелал попробовать себя в разных профессиях и обязательно сделать правильный выбор. Я желаю взрослым поменьше ошибаться, а ребятам сделать правильный выбор, но мы все вместе будем работать на то, чтобы избежать ошибок и помочь детям, чтобы этот выбор их был правильный во всех отношениях. Более 2000 школьников соберутся вместе, чтобы узнать, кто самый спортивный, творческий и эрудированный. В ВДЦ «Смена» стартуют всероссийские спортивные соревнования школьников, президентские состязания. Регионов, тысячи детей со всей России, десятки образовательных программ. Новые возможности и новые победы ждут во Всероссийском детском центре «Смена».